на трибуне. Можно сказать, что этот значок, посвященный соревнованиям по велоспорту из регламента Олимпийских игр в Москве 1980 года, имел свой звездный час в моей коллекции. Кто бы о нем что-либо сейчас говорил, так, как я говорю это вот в этом фильме, в ролике. Я его нашел, он случайно попал на другую страницу моей коллекции и тем самым выбился вперед и заслужил пару слов, которые я озвучил в этом фильме о нем. Вот значочек с Олимпиады Московской, 22-й Олимпийских игр, 22-х в Москве, посвященный велоспорту. Об Олимпиаде мы много уже, может, не столько много, но уже рассказывали. И еще к ней вернемся, когда будем рассматривать определенные виды спорта и какие-то лучшие коллекции значков, из значков, посвященных этим Олимпийским играм. Развлекухи не очень меня привлекало. Я не участвовал в этих розыгрышах спорт лото.